В Артеме на автодроме «Приморское кольцо» прошел второй этап соревнований Дальневосточного федерального округа на звание «Лучшая команда МЧС России» по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2022 году. Главной целью соревнований стала практическая отработка навыков по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Между 50 спасателями шла упорная, напряженная и интересная борьба за право быть лучшими. Участники мероприятия демонстрировали членам судейской коллегии навыки работы с гидравлическим спасательным оборудованием, деблокирование пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, оказание первой помощи и тушение горящего автомобиля за максимально короткое время. Безусловным лидером стала команда Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Также прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях. Данное мероприятие проводится с целью повышение профессионального мастерства водителей пожарных автомобилей, развитие у них внимательности, быстроты реакции и выявление лучшего водителя соревнований. Первое призовое место по праву досталось команде 7-го пожарно-спасательного отряда. Анна Дьякова, Олег Завьялов, новости на 8-м.